Мы надеемся, что на выборах москвичи оказывают поддержку кандидату от Компартии, солидному кандидату, первому заму председателя Госдумы Ивану Мельникову, которого поддерживают наши партии, многие москвичи, потому что за ним и опыт государственной работы, опыт работы в сфере науки, образования, он знает хорошо и структуру Москвы, многие годы в Москве находился и жил. Навальный – это фактически спойлер партии власти, спойлер Собянина. Я думаю, что его появление не случайно, чтобы отрезать у коммунистов голосов. Мы надеемся на второй тур, который должен решить вопрос в пользу нашего кандидата.